Всех приветствую в своем канале. Сегодня у меня необычная, даже не распаковка, просто обзор журнала. Журнал Фиксики, второй номер. Он посвящен шифрованию, всяким криптошифтам и так далее. Так, ну справа у нас реклама. Содержание. Как я сказал, все посвящено шрифтам, шифрам. Ну-ка шифровать. Пишем секретные послания, твой шрифт, фиксики, игра совершенно секретно, соответственно, посвящена теме. Фиксики профессии, не знаю, что там. Криптограф тоже шифрование. Шифровальщик, древние шифры. Шкура фиксиков. Фикси-галерея, ну, как обычно. Дети рисуют. Так, чего у нас здесь? Колонка Верты, значит. Угу. Тут она рассказывает про то, как раньше писали, вот, видимо, как древние времена засекречивали послания, как сейчас. Шифровальные машины, компьютерные. Так, тут символы. Ага, Верт собрала большую коллекцию символов, но нолик нечаянно все перепутал. Нужно собрать, срочно вести порядок, пока Верт ничего не заметила. Перерисую цифры и строки, соответствующие символьной системе. А, ну понятно здесь. Ноты сложить, цифры. Что-то будет. Вот я зодиак, я не знаю. Так. Альбом Дим Димыча. Интересно, что это такое. Похоже. Однажды мне пришлось рассекречивать послание. Хорошо, что фиксики помогли. Это типа комикс, что ли? Да, как они тут. Можно мультик посмотреть. Криптография, наука шифровать. Так, что у нас здесь? Мы такую Сила историю добра. Уже видели. Какая-то история про собачку. Как? Это кино. Это Ералаш, что ли? Какое-то кино. Когда спасали собачку, она замерзла. Как будто ее сплавили, что ли. Отдали. А, хозяина нашли. Ну ладно. Так, здесь поделка из бумаги. Оригами. Что они здесь делают? Веселую собачку. О, как раз тебе надо. Ты любишь собачку? Вот такую вот собачку сделаешь? Ага. О! Какие два красивые медведя. Картинки. Медведя. И стихотворение. Посылка из Африки. Так, что здесь у нас? Ну, тут опять головоломки. Так. Это что тут у нас? А, грамотные истории. Учат, короче, здесь правильно говорить. Пословица, ну, очень познавательно. Здесь статьи, сам буду читать. Обязательно прочитаю. Потом, о, веревочную собачку как можно сделать? Смотри, какую можно собачку сделать. Такую вот. Вот такую. Давай. Короче, выпуск посвящен зиме и собакам. Что-то сегодня какая-то собачная тема в этом журнале. Вот такая вот собака. Две поделки собаки. Рассказ про собаку. Так, это второй выпуск. Ну, тоже сегодня вот интересный. Интересный выпуск. Мне понравился. Мне тоже. Я сам на досуге его полистаю. Кстати, Коксик, он не собака, он волк. Это я говорю тем, кто не знает. Мы-то знаем уже. Все, вот такой у меня небольшой. Какой сегодня. Коксик? Вот Коксик. Вот. Зубок это. А, зубок, Коксик, вот. Вот такой у меня сегодня необычный обзор получил. Да, получился. Я, кстати, не ожидал, что сегодня придут какие-то журналы. Был не готов. Шил вот так вот. Без всяких сценариев просто. Я, честно говоря, никогда сценарий не пишу. Так что вот их сайт. Вот рекомендую. Доброе слово. Там очень много всего интересного и полезного. И вот той передача «Дебат» от этого бывалого солдата играет какой-то известный артист. Честно говоря, я его не помню. А я уже помню. Как его зовут? Я не помню, но он это. Он рассказывает истории какие-то. Да, а давно не смотрите, да? Все. Это батышли солдат. Прощаюсь. Ну,
истории шифрования, насколько я понял. Рассказывает дедус вот древних времен. Вот шифр веры интересно для какого-то возраста. Тут, короче, надо по первым названиям этих вот цветочков составить слова. Ну, такой так себе шифр, конечно. Имя. Тут рибус какой-то. Дальше. А, ну, как обычно, вот то, что мы раньше в детстве баловались. Писали молоко, потом это проявляли. Это Ленин сидел, когда в Шушинском, где он там сидел. А давай мы напишем молоко. Тоже рисовал молоком. Черница была, у него была из хлеба. Он макал туда с палочкой какой-то и писал. Потом передавал в книге, говорил номер страницы. Ну, когда к нему приходили посетители, он давал книгу, говорил, допустим, 313. Все знали, что на 313 страниц у него послание зашифрованное. Ну, они приходили домой, на свечке держали, и послание проявлялось. Все вот здесь про это написано. Правда, не про Ленина, а просто как проявляется послание. Тут придумать шрифт. Какая-то игра. Ну ладно, я играть не буду. Вот. О, какая игра. Во. А давай, а можно мы потом поиграем? Тут, да, тут тоже надо что-то расшифровывать. Там, да. Вот, про криптографию, шифрование данных. Тут даже в древнем Риме были тайные послания императора. Научный лабиринт. Про пароли. Ну, короче, журнал тут интересный. Крестики-нолики. Самая веселая игра с шифрами. Придумает шифровку. Ну, это ладно, это уже какие-то детские занятия. О, немножко истории. Тут вот про Цезаря. Полибия. Ну, тоже секретные. Цифровая подпись. Вот учат цифровые подписи. Тоже неплохо. Ну и соответственно, рисунки детские. Никогда сюда не рисовал. Вот такой журнал. Мне кажется, очень довольно-таки интересный. Сегодня вышел номер. Это реклама вкусных бисквитов. Вот такая обложка. Журнал мне понравился. Очень познавательный для детей. Так. Ну и у нас тут Шишкин лес. Это есть такая радио, телевидение такое, как это называется, канал, телевизионный канал «Радость моя». Вот тут написано, вот они, у них передача и Шишкин лес. Это Коксик. Зубок. Зубок. Кто там еще? Нюша? Шиша, как там? Нюша. Вот они рассказывают всякие истории интересные. И вот они выпускают журнал такой. Как его того солдата? Бывалый. Тут солдат бывалый. Да, бывалый. Он рассказывает всякие истории интересные в передачах. Про Катерей, про Суворова, вообще про Первую мировую, про Вторую. Так, что у нас сегодня здесь? Ну, как рубрика «Воскресная школа». Мученик за веру. Про кого здесь? Про священного мученика Владимира. Это современный такой у нас святой. Вот, в 18 году почил. И российский дедушка. Интересно, это про кого? А, Андрей Крылов. Это был такой, басни писал. Ну, не то, что он сам писал. Он брал старые басни Эзопа, например, и их слагал в рифму. Рифмовал, короче. Знаете, что такое басня? Нет. Ну, это иносказательное какое-то поучение такое красивое. Басня. О, вот, короткий рассказ в стихах. Героем басни становятся животные, растения, приметы. Начали, ну, басня в смешном виде представляет человеческие слабости и недостатки. Нет. Ну, вот как раз то, что я говорил, басни писали до Крылова. Но он писал просто доходчиво, что его басни очень легко запоминались. А вы помните басни Крылова? Вот басня Крылова, муравей. Паук такой. Муравей, стрекоза и муравей. Думаю, что есть какие-то просто. О, 13-го ему на следующей неделе будет 250 лет со дня рождения. А, давно жил. Картинки. Ну, кстати, получше картинки, чем Шишкин, чем в том предыдущем жаре. Так, а здесь у нас что? Здесь поделки всякие. Из рябины что можно сделать?
что-то красивое, я понял. Проверять не будем. Давайте из... Зимний букет. Папа, давай сделаем из шишки что-то. Ну, так и давайте, делайте. Шишку надо найти. Желудя нету. Был бы у нас желудь. Ну, вместо желудя может что-то придумать другое. Павлина тут они... Ну, короче, посвящено поделкам. Игрушки делают они из лесных всяких штучек. Опять ребусы здесь. А что я с ногами-то? А это книжку надо сделать. Мини-книжку вот эту порвать, отрезать, вот здесь согнуть, и будет книжка. Что у нас за книжка здесь? Называется, так, «История первой праздники». Так и называется, «История первой праздники». Вот тут опять загадки, эти ребусы. Такой журнал познавательный.